16 октября свой профессиональный праздник отметят сотрудники службы дознания МВД России. Именно они расследуют преступления малой и средней тяжести, кражи, мошенничество, хулиганство, уклонение от уплаты алиментов и кредитов, всего около 80 статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В отделе дознания Ленинского района сейчас работает 10 человек. Удивительно, но чаще всего дознавателями трудятся женщины. Тяжелая работа и частые суточные дежурства не пугают представительниц прекрасного пола. За плечами заместителя начальника отдела дознания Оксаны Семиной и работа следователем и службы в дознании. Говорит, в этих сферах не бывает рутины. В принципе, мы стараемся планировать свой рабочий день. Каждый дознаватель знает, что он будет проводить, что у него запланированы очные ставки, выемки, допрос потерпевших, допрос свидетелей, допрос подозреваемых, договариваешься с адвокатами. Начальник отдела дознания Дмитрий Ильичев уверен, чтобы успешно справляться с работой дознавателя, необходимо обладать определенными личными качествами. Для нашей работы необходимо прежде всего обладать напористостью. То есть дознаватель должен быть напорист, потому что лица, с которыми мы привлекаем к уголовной ответственности, всячески пытаются избежать этой уголовной ответственности. Поэтому напористость, знание закона – это обязательное требование. Василий Казаков в профессии уже 16 лет. Говорит, несмотря на кажущуюся обыденность, работа дознавателя – как игра в шахматы. В каждой партии есть ходы, которые нельзя предугадать. Прогресс не стоит на месте и, так скажем, люди, которые решили заниматься противоправной деятельностью, они тоже развиваются, каждый раз придумывают новые способы совершения преступлений. Поэтому в этой сфере, именно в сфере преступлений, связанных, скажем так, с высокими технологиями, приходится постоянно что-то новое для себя открывать. Стабильно высокие показатели сохраняются по кражам, хищениям, мошенничеству, незаконной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Но служба дознавателей держит руку на пульсе и своевременно пресекает подобные преступные деяния. За последние 9 месяцев в отделе дознания Ленинского района в производстве находилось более 450 уголовных дел, из которых 248 в итоге были направлены в суд. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.